Всем привет, дорогие друзья, с вами Дриди, добро пожаловать в игрушку Loki Tower 2. Ну что ж, начнем. Поддержи меня, пожалуйста, пальцем вверх и можешь подписаться на мой канал. Я тебе буду очень сильно благодарен. Ну что ж, let's go. Так, пташка какая симпатичная явилась. Красавица. Это Снегирь, да, видимо? Зачем ты пел? Так, ладно. А играем мы за такого персонажа? Окей. Что? Что там? Так, ладно, куда мне надо прийти? Что могу делать? Я могу прыгать, могу бить. А, так, тут я не знаю, что такое у меня. Инвентарь, что ли, какой-то? А, на любую кнопку жму. А! Крестики-нолики я играл на своей руке. Так, ладно. О, отлично, я переоделся. Замечательно. Я теперь могу бить. Ага. Так, это то, что у меня есть. И что мне с этим делать? Я могу это как-то потом переодеваться, да? Окей. Окей, ладно. Так. Выйдем. Loki Tower 2. Ну что ж, начнем. А, ты кто такой? Приятель? Сторож какой-то? А я ничего не могу с ним сделать, да? А, вот, это защищаться, ясно. Идем дальше. Привет, приятель. Эй, я пройти могу? О, отличненько. Тут есть три двери. Я думаю, сюда надо зайти. О, привет. Какой-то сир. Хороший диалог. Было бы классно, если бы на русском был. Так, ну ладно, я хочу поближе подойти. Так, в этом сундучке ничего нету. Что мне с тобой сделать надо? Видимо, ничего, ладно. Что случилось? Ну-ка, давайте посмотрим. Кто-то убил его. Я буквально, я только что тут был, с ним было все в порядке, а сейчас кто-то... О, боже мой, я должен расследовать. Что же тут случилось? Что тут произошло? Палач? Смотри, а, один погибший? Ты что делаешь? Зачем ты их пытаешь? Так, рука в порядке. Ладно, уходим отсюда. Посмотрим, что тут у нас. Наверное, надо вниз спуститься, да? Что там такое? Зайдем. О, король. Король, нам надо поговорить. У нас, в общем, какая-то беда. Всех убивают. Я только что был в комнате. Там сидел сир. Все вроде в порядке было. Я вышел, и его кто-то убил. Мне кажется, надо разобраться с этим делом. Спасибо, что вы поручили мне это ответственное дело. Я согласен. Я разберусь с этими негодяями и найду виновников. И, кстати, ваш шут очень подозрительно на меня смотрит. Мне кажется, он в списке подозреваемых будет. Так, ну что ж, позвольте мне уже начать свои дела. Так, что такое, зубы? А, мне дали суп золотой, что ли? Ладно, пойдем. Сам король дал мне нести мне это дело. Я разберусь. О, конфетка. Отлично, кнопочка D. Я могу съесть конфетку? Прикольно. А, я съел конфетку и что-то, кажется, зуб мой испортился. Ладно, идем дальше. О, все, я вышел на улицу. Наконец-таки. Окей. О, первый враг. Ты чё? Ну-ка, кыш отсюда. Мы взяли золото. И дубинку.
Так, дамаг. Дамаг 25. Дамаг 30. Я думаю, лучше меч оставить. Оставим меч с собой. Ну как ишь. Эй, у него шляпа. Шикарная шляпа. Я у нее заберу. Заберу тебе шляпу. О, блин, где это я? Смотримся, смотримся, их слишком много. Да блин, у меня щита нету, кажется. Так, забираем, забираем все пожитки. Фу, мы нашли их не логово, мы справились с этим делом. Так, все забрали. Больше я тут пока что ничего не вижу. У меня 8 дубинок, можно их потом продать, видимо. Ты почему, кстати, щит не используешь? Я же жал на щит, почему ты его не использовал? А, все, мы вышли. Идем дальше. Там двое. Там их трое, там их много слишком. За голду можем потом что-нибудь купить. О, нифига себе. Кто такие парни? У них грабли. Блин, они сейчас все зубы мне выбьют. Мне бы, по идее, поесть. Лягушка. О, лягушка померла. А что с ней случилось? Может, я могу как-то выручить? Сколько дамаг? 10, 10. Вот дубинка получше будет. Так, ладно, пока что так оставим. Возвращаемся назад. Так, там приятели. Я как я туда попаду? А, вот. Надо было прыгнуть. Ну как ишь. Я думаю, стоит все забирать у них. Потом продадим. Отличненько. Мы рыцари. Мы должны всех побеждать. Так, идем по мостику. Тут стражник. Тут вроде все хорошо у них. А, может, он мне сейчас что-нибудь продаст? Я же деньги заработал. Что-нибудь покушать мне даст? Эй, харе, давай, не шмочься. Что такое? Так, я покушал. Это что, пауза, типа? Ладно, идем дальше. Зашли в трактир. Или куда мы зашли? Он что-то пишет. А, выбрать. Так, что дальше мне самое интересное. Хорошо, два. Что, чем-нибудь не дашь? Вот, что? Соуп. Видишь, мы удели коу-соуп. Я не понял, что надо делать. Идем дальше. Так. О, наконец-таки торговец. Сколько у меня? 84 голды. Могу я тебе продать, интересно, это все? Так, за 20. За 20 купишь? Отлично. Тебе давайте грабли тоже продадим.
Так. Может, что-нибудь у него купить? Так, давайте тебя купим. Давайте тебя купим. Отлично. А, там еще что-то есть? Нифига себе. Вау. Шикардосно. Хочу тебя купить. Все, классно. Теперь давайте переоденемся. Замечательно, мне нравится. Нет, лучше тебя. А, очки нет. Так, ты будешь круче. Он, значит, шапками торговал. Какие-то они подозрительные все, смотрите. А, это торговец картами, что ли? Торговец шапками. Торговец едой. Вот это мне надо. Так, давайте возьмем окорочка. Знаете, я, наверное, все куплю. Надо затариться нам. Отлично. Все, все набрали. В путь в дорогу, я думаю, нам хватит морковки. Давайте еще конфеток. Конфеток побольше. Все, отлично. Теперь нам надо покушать. Тут какой-то бомж. Помочь бомжу? Давайте поможем. Дадим копейку. Игнорировать не будем. Давайте крысу съедим. Так, это мне что-то дало. Так, давайте тортик съедим. Курочку. Эй, ты что, не хочешь, что ли? Ты наелся? Что-то тут все какие-то подозрительные. И смысл, что... Блин, я ем, ем, ничего не происходит. Хватит уже пытаться. А вот на оружие-то мне не хватило. Я бы мог классно какое-нибудь оружие взять. Он зубы тоже, что ли, торгует? Зубами, да. Я бы взял бы зубы. Так, ладно, может быть, что-нибудь продадим? Что он делает? Пытается сдвинуть с места? Зачем? Так, дамаг, как кто больше всех дамаг дает? Нифига себе, за 55 дамага. Угу, нифига себе, какие классные зубы. Блин, почему я сразу не взял это? Тут шикарный выбор. Ладно, в другой раз. Трактир. Тут можно подраться, что ли? Дружище, что, будем драться? Тс, какие забавные. Я не понял, что ты хочешь. То есть тут надо со всеми общаться? Нет, ты не такой подозрительный. Ладно. Ты даже влюбленная парочка сидит. Ну, хорошо, все, заканчивай отвечать. Все, 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 поговорили, хватит. А, в карты будут играть, что ли? Что он делал? ПК. А почему такое расположение не очень удобное? А, я не так показываю, я не так показываю ему. Ясно? Нет, 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 П. Да П, ты можешь П, мог П нажать? А, вот, отлично. Сейчас мы выиграем.
Надо выиграть. Так, молодец. А, Q. Q, хорошо. P. Начинает выигрывать. А, зуб, зуб, клик. Отличненько. P. Я могу вправо нажать. P. Так, осторожно. А, Q. Что еще? Зуб. Не то, не то, не так я показал. Q. Так, мы победили, по ходу дела. Так, мы выиграли часы. Так, ну, в общем, удачная охота. А, он теперь же за мной будет ходить. Так, сматываемся. Эй, ты за мной что, не пойдешь, что ли? Нам надо в другую сторону. Харе. Он не хочет за мной идти. И куда нам надо уйти? Доставить тебя домой? Ну ладно, возвращаемся. Забавная игрушка. Идем, 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 идем. А правда, если я домой приду, что будет? Ух ты, нифига себе, здоровый какой. Боюсь, мы нарвались на неприятности. Салон, я обязательно эту игрушку полностью пройду потом. Так, ну ладно, давай. Вы можете сами пройти, ссылку я оставлю под видео под описанием. Переходите, играйте. Я думаю, все получится. Сзади подошел. Он его убил. Пока там болтал. Сваливаем, сваливаем. Так, ничего себе. Заберем все. Блин, печально. Так, а что? Так, ну, в общем, как-то так. Ведь этот меч дает 25 дамага тоже, в принципе. А, это 30. Стоун какой здоровый. Что, это обязательно в следующей части мы продолжим играть, если вы хотите. Ну, я с вами попрощаюсь, с вами Ладарид, всем до скорого, пока-пока.